У меня однозначное мнение, это стратегическая ошибка. Это стратегическая ошибка, которую нельзя было совершать. Вот. Но нельзя разрывать два народа и очень близких друг к другу. Чего бы ни говорили, ну, я считаю, что в конце концов мы найдем общие точки пересечения. Вот. Понимаете, это ведь не американцы, это не Эфиопия, это не Китай. Это те люди, которые мыслят как мы, которые думают как мы, которые плачут от тех же слов, которые радуются так же, как мы. Мы совершенно идентичные, и вот на мой взгляд, самый лучший вариант, который бы мог быть, да, просто потеряно время. Можно было вопрос Украины решать совершенно другим путем, путем нормальных переговоров, но мы потеряли время. Это был 10-й год. Вот в 10-м году надо было решать вопрос. Дело в том, что энергия, она работает по-разному. Я перед Новым годом, перед 14-м, я все не могу говорить, но тогда я сказал, что будет миграция с запада на восток. Ну и так уточнил. Я сказал, Украина тяготеет к России. Потому что есть секреты, которые не мои секреты. Я мог только в такой форме сказать. Ну, кто понял, тот понял. Да? Когда к нашим берегам прибило Крым, это не просто так. Есть законы, которые выше человеческих. В том числе и законы, которые переграивают границы. Вот. Я думаю, в конце концов все нормализуется, все будет хорошо.